За ініціативи обласної федерації кінавського карате «Гудзюрю» і його керівника Артема Яковлева, у клубі «Будакан» пройшла унікальна акція. Представники різних напрямків східних бойових мистецтв об'єдналися для того, аби провести спільні тренування. Акція об'єднала представників карате, джиу-джитсу, айкідо для того, аби не лише удосконалити свої бойові навички, пізнати тонкощі інших напрямків, але й для того, щоб просто краще дізнатися один про одного, познайомитись і, можливо, затоваришувати. Адже цих людей об'єднує любов до справи, яку вони роблять, і відданість їй. Такое немножко уникальное событие, по крайней мере, на моей памяти подобного в Херсоне еще не проводилось. Одновременно в одном зале будут проведены три тренировки по гудзюрю карате, по джиу-джитсу и по айкидо тех представителей, которые представляют свои направления в нашем клубе Херсонского Будакана. То есть она такая идея возникла, мы предложили ребятам, ребята откликнулись. Это будет проходить в формате по часу каждой тренировки. В наше время нужно объединяться, а не как бы замыкаться. Поэтому, думаю, это будет интересно и ученикам, потому что многие стили мы видели, но только на показательных выступлениях. А тут уже в самом зале попробовать, пощупать это руками, потренироваться как бы и подружиться, познакомиться. Потому что занимаются в одном зале, некоторые даже не знают друг друга лицо в лицо. Вот таким образом сегодня у нас будет проходить такое мероприятие. Вообще, вот как возникла идея? Просто вот из интереса посмотреть на другие стили? Или вот это, вот, как вы говорите, все-таки всеобщая идея объединения? Ну, у меня именно возникла идея объединения, потому что, как бы, действительно, мы, вот, например, несколько, например, джиу-джитсу года два тренируются, мои ребята, проходя мир, да, ах, кто это, что это там, я говорю, ну, с ребятами, да, мы даже не знали. То есть, вот сейчас человек мимо проходил зал, говорит, у вас тут зал, я говорю, так уже 10 лет, говорит, да, я не знал. То есть, как бы, мы занимаемся в одном зале, но в разное время, мы не пересекаемся, а вот, как бы, чтобы мы занимались, общались вместе, дружили. Плюс это такая, может быть, дополнительная репетиция. У нас буквально через пару недель будет проходить фестиваль боевых искусств, посвященный 15-летию нашей федерации. Все-таки мы собрались, настроились, пока потихоньку к этому готовимся. Поэтому лишняя общая идея для проведения мероприятия, думаю, только нам в дальнейшем это поможет. Если вот все пройдет успешно, будет ли потом желание дальше расширяться? Скажем так, да, как говорят в телевидении, да, это такой сразу пилот-проект, да, то есть как бы мы попробуем, посмотрим. Я думаю, что если это будет интересно нашим ученикам, мы в дальнейшем даже, может, будем приглашать людей, которые не являются представителями нашего клуба, то есть не тренируются здесь, но которые представляют свое направление в городе Херсоне. Поэтому думаю, что в дальнейшем, если это будет интересно всем, может быть, мы выйдем в формат большего зала, потому что в данный момент мы не знаем, сколько придет участников, потому что это все как бы бесплатно, и в тот же момент свободное время, воскресенье, там сказали, кто хочет, приходит, тот пришло какое-то количество людей. Сейчас посмотрим, как это пройдет. Если это пройдет успешно, и это будет интересно участникам, то значит, это будет продолжаться, и, думаю, будем развивать, приглашать других ребят и общаться, знакомиться именно в процессе именно тренировки. Потому что, когда приходишь на соревнования, мы конкуренты, мы друг друга противники, мы друг друга смотрим немножко искоса. То же самое происходит и на фестивале, потому что немножко каждый хочет показать себя лучшей стороны. А здесь это все в процессе. Вот мы стали, вот мы все в кимоно, вот мы друг друга можем взять за руку, поддержать, сделать какой-то прием и почувствовать, что и как. Артем Николаевич пригласил нас поучаствовать в совместной тренировке. Значит, как я так понимаю, и он об этом говорит, задача этой тренировки является попробовать посмотреть, чем занимаются люди других клубов, как у них это получается, ну и сплотить наши коллективы, потому что, скажем так, количество занимающихся боевыми искусствами немножко подсократилось с 90-х годов, когда это было очень популярно. Вот, и осталось не так много. И молодежь... Это был запретный плод сладок. Может быть, да. Но сейчас молодежь как-то тянется больше к всяким там гаджетам, компьютеры и социальные сети. Вот мы хотим такими мероприятиями привлечь себе внимание, что не только там интересно, может быть, и здесь. Причем там виртуальные способности, а здесь реальные и связанные там, более, скажем так, с применением их на практике, чем
Там такого нет. Тут собрались единомышленники, мы знаем друг друга не первый год, как вот и Артема Николаевича, и Сергея Заболотного, руководителя там, группы айкидо. Мы очень хорошо знакомы, общаемся не только в плане боевых искусств, а и в обычной жизни встречаемся. Мы все хорошо друг друга знаем и думаем, что это будет только на пользу пойдет. Мы здесь находимся по обмену опыта. Нас пригласил Яковлев Артем. Вот, на совместное занятие по обмену опытом. Мы представляем одну из частей направления методических. Это с мягкими предметами работа. Это часть методики в айкидо, то, что дает немножко больше жизни. Мы, представляем школу айкидо Хикари, один из залов, который находится здесь, в Херсонском Будакане. Немаловажно заметить, что само это явление, Будакан, место, где объединяются разнообразные боевые искусства, это, в принципе, новый виток в развитии боевых искусств в Херсоне, потому что мы уже давно уходим от той темы, что лучше там танк или самолет, потому что есть люди, которые давно стоят на пути будо, они каждый практикуют свои какие-то направления, и у всех есть какие-то свои наработки. И в принципе, сам Будакан дает возможность позаниматься и попробовать разнообразные стили. Мы, школа айкидо Хикари, здесь представляем отдельный подвид методики, это фехтование с предметом полноконтактное, которая у нас отдельно практикуется в рамках тренировок по айкидо, потому что все равно мы являемся частью системы айкидо и кикай, и мы просто практикующуюся систему айкикен, то есть меч в айкидо, немножко перевели не в соревновательную форму, а даем возможность поработать в полный контакт для, опять же таки, улучшения техники, чувства дистанции и так далее и тому подобное. Я хочу продолжить, дополнить тот элемент. Действительно, полный контакт позволяет ощущать время, пространство вживую. Есть долгое время подготовки, а здесь есть возможность вложиться, почувствовать, то есть ощущение жизни здесь и сейчас. И мы сейчас находимся на занятии, занимаемся все вместе. Как вы думаете, перспективно это дело объединяться? Безусловно, перспективно это дело, потому что, и во всем мире такие вещи происходят, и в Японии люди занимаются в одном зале плечо к плечу, и, собственно говоря, те, кто, опять же, идет достаточно долго по пути будо, то он воспринимает это так, как оно должно быть. Даже когда основатель того же айкидо, сенсей, он был дружен с Игорем Кано, основателем дзюдо. И это было абсолютно нормально, потому что у всех людей свое видение, как говорит восточная пословица, много путей ведет на вершину Фудзияма. Мы идем разными путями, и то, что мы видимся, тренируемся вместе, это правильно. Взагалі ідея єднання охопила усе суспільство. Але поки одні декларують, інші просто це роблять, отримуючи від цього позитивні емоції. Сподіваємось, що такі акції не будуть поодинокими і до них долучаться не лише спортсмени. Адже дійсно у єднанні сила.